Впервые в России, в городе Казани, в старейшем вузе страны Казанском федеральном университете, проходит Всемирная олимпиада среди школьников по программированию IOI-2016. Участниками олимпиады стали более 300 ребят из 82 стран мира. Медалями разного достоинства награждается половина участников IOI, но лишь 8% из них – золотыми. Я Саша Дроздова, Россия. Казань очень классный город, здесь красиво. Я из России и в Казани была уже несколько раз. Да, на Всероссийской олимпиаде школьников по информатике. Очень сложно сказать об этом до состязаний. Давайте зададим этот вопрос после. Меня зовут Михаил Кучилин, и я представляю Россию, Новосибирск. Ну, начнем с того, что в Казани для меня это не первое впечатление, здесь уже был. В частности, именно здесь была Всероссийская олимпиада по информатике, по результатам которой и по результатам последующего отбора мы и прошли сюда. Ну, да, мне действительно нравится этот город, здесь довольно красиво, особенно вот в деревне Универсиады. О Казанском федеральном университете нам, конечно, рассказывали, но я этим почти не интересовался, потому что не собирался сюда поступать. Ну, на этих соревнованиях я хочу действительно показать лучший результат, на который способен, поскольку, так как я уже закончил школу, это последняя школьная олимпиада, в которой я участвую. Не знаю, буду ли я заниматься какими-нибудь олимпиадами дальше, но поэтому хотелось бы сейчас показать наилучший результат. Конечно, хочу поблагодарить своего учителя информатики Атучина Михаила Михайловича за то, что он когда-то начал у меня преподавать информатику, и благодаря этому я вот стал таким, каким сейчас являюсь. Хочу передать привет своим родителям. Спасибо вам за вашу поддержку, благодаря которой я также нахожусь сейчас здесь. Ну и также передаю привет всем своим друзьям. Казанский федеральный университет – старейший университет в России. В этом году исполняется 212 лет. IT-направление представлено здесь наиболее широко, начиная с IT-лицея, продолжая в качестве бакалавриата и магистратуры, аспирантуры, а также различными курсами по программированию и заканчивая университетом третьего возраста для наиболее возрастной категории обучающихся. Казанский федеральный университет благодарит участников олимпиады за участие в состязаниях и ждет в своих стенах в качестве студентов в любом возрасте. Добро пожаловать в Казанский федеральный университет!